В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники поддержали внесение изменений в бюджет округа на этот год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Подробности далее. На заседании присутствовали 27 депутатов. В первую очередь они ознакомились, какие изменения претерпел главный финансовый документ городского округа. Доходы бюджета на 2022 год увеличили на 1 миллиард 201 миллион 183 тысячи рублей, а расходы на 912 миллионов. Таким образом, дефицит бюджета снизится почти на 20%. Изменения обусловлены следующими причинами. Это изменения в закон Московской области о бюджете Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, государственные программы Московской области и муниципальные программы городского округа Люберцы. Также на заседании утвердили новую структуру администрации округа. Изменения коснулись перераспределения обязанностей между заместителями главы муниципалитета. Блок культуры теперь у нас под первым заместителем главы администрации. Блок управления молодежи у нас под заместителем главы администрации, координирующим вопросы СМИ. И организационное управление у нас перешло в прямое подчинение главе. Народные избранники поддержали это решение единогласно. Также они проголосовали за внесение изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.